Привет, зритель! Очередной выпуск съедобного-несъедобного. Я тут как-то собиралась вообще сегодня днем погулять с этой камерой, но что-то вот пока собиралась, уже стало темно. Посему, чтобы у меня не хламилось тут хламом, я уже потом уже объясняла родственникам, что это у меня тут за хлам, почему я его не выкидываю. Пустые баночки еды, то я решила заодно убить двух зайцев перед тем, как вынести просто мусор, еще вынести и этот мусор. Я это не покупала, но мне второй раз приносит моя, скажем так, подруга и адепт, та, которая у меня играет на пианино теперь, чаю. В общем, Ленеш, я так поняла, что он продается в Атаке, или это чисто атаковская фирма, или это еще что-то такое, Нева кондитерская. Так, что тут у нас кондитерская фабрика, видимо, не атаковская все-таки фирма, а фирма Невская. Фирма называется Нева. Зефир Ленеш, глазированный с ароматом ванили. Состав, конечно, тут не ахти, и я не знаю, приближать его или не приближать. Ну, так вот, в принципе, на безрыбье рак рыба, но на самом деле, в принципе, довольно вкусный зефир. Сделан он, допустим, вот этот вот 13 октября, и до 13 апреля у него срок годности 180 грамм. Сколько он стоит, я не знаю, откровенно говоря. Я попытаюсь его вот тут вам подсунуть под камеру. Конечно, я могу бы это все это приблизить, но я не... Вот так. Моя лапа, возможно, дрожит. Тут вот он один остался еще. Это вот так он выглядит. Сейчас я покажу вам. Вот в такой вот мисочке. Может быть, мисочку под что-то еще можно использовать, не знаю. У меня тут мысля такая замутить, но я ни вчера не доехала, не осилила зайти в этот самый Атак, который на самом деле уже Ашан, короче, не осилила я зайти в этот Ашан, вот такая вот зефирка, 6 штучек, 180 грамм в шоколаде. Не осилила зайти, все собираюсь там зайти купить сливу замороженную, мне очень уж там нравится, каждодневная слива замороженная, миксером ее раздолбать в пюре, задолбать с ней белок взбитый и желатин. Желатин теперь у меня благо есть. Уж не знаю, что на самом деле выйдет, но что-то вот на примере в Купеде еще где-то видела в сети, на примере, короче, этой, звать как ее звать-то, пастилы. Ой, у меня же в холодильнике лежит пастила, которую я пыталась сделать из варенья из лепестков роз. Надо бы его дожрать уже. Короче говоря, своять или пастилу, или желе, или что-то такое. Но как-то все руки не доходят. Вот думаю, может, все то же самое сделать, только не на сливе, а там у меня ягоды с сахаром перетертые есть в морозилке. Короче, вот эти конфеты, которые я сегодня выложила, хоть вчера это покупала, в своем экономном проекте. Коровка, вообще, по-моему, такая коровка, сливочный каприз, продается на развес и в Магните, еще где-то. Это у нас вот такой пакетик. Я у меня только коровок схомячила. Натуральный продукт, конфеты, сливочный каприз, масса нет по килограмм. В общем, в пакетиках по килограмму оно продается в Светофоре. Может быть, еще где-то продается. 100 с чем-то рублей стоит. Я думаю, что в Светофоре даже дешевле покупать, чем на разрез в том же Магните. Плюс она мягкая и свежая. Короче, она мне очень нравится. Я вам ее рекламлю. Я даже могу ее тут захомячить. Хотя у нас вроде не мукбак. И, возможно, кто-нибудь, кто смотрит такие ролики, не может смотреть, как едят на камеру. Его передернет или ее. Ну да, гаманасай. Что хочу сказать. Вот эти финики... внезапно очень вкусные. Хотя они так выглядят, они по-любому были бы вкусные. Я люблю финики, которые так выглядят. Хотя они, в принципе, помелче, чем иногда бывают такие финики. Но они вкусные. 94 с чем-то килограмм. Молоко. Я, правда, не уверена, что это молоко дальше Ярославской области где-то есть. В каких-либо магазинах сетевых они очень. Но если вы из Ярославской области или вдруг попалось оно... В принципе, неплохое молоко. Если нет ничего другого, то вполне нормально. Ну, кашу на нем можно сварить, какао сделать. Так пить бы я его не стала, но какое-то слегка с каким-то привкусом. Ну, бывают такие молоко, такие молока. Короче, бывает молоко, что оно иногда с привкусом. От какой-нибудь даже домашней коровы. Блин, конфета к зубам прилипает. Ярмол, прод. Молоко, масса нета 500 грамм, но вообще у нас совсем недавно рождение 19 числа, и 3,2% жирности. Ну и делает это у нас Ярославль.
В общем, вот такое молоко. 29 рублей, по-моему, оно стоит обычно. Но раньше чуть дешевле стоило, сейчас 29. Так как это у нас почти пустая баночка, пусть туда идет. У меня есть сыр, вообще в нем что-то еще есть. Надо достать, что там в нем есть. Ну, вообще был сыр, сыра уже нет. Или давно уже нет. У меня есть еще вот такой сыр, я покупала его в Ашане. Он что-то был по скидке, может, правда, он так и стоит. 200 грамм, 100 рублей. Премиум с любовью от команды профессионалов, сыробогатов, частные сыроварни, сливочный сыр фасованный. Такой вполне себе неплохой сыр, мне понравился. А еще он мне понравился тем, что у меня ощущение, будто что-то на носу. Короче, на кончике носа. Что он так срезанный был, что только у него с одной стороны вот эта вот жопка такая вот. Обычно как-то попадается со всех сторон, будто бы эту головку разрезали, а там кусочек остался. Как-то вот. Не знаю, как объяснить. Вот этот я вообще брала что-то 50 рублей за... Сколько тут? 125 грамм вот эту нарезку. По-моему, 8 кусочков что ли было, или вообще 6. Новинка, удобная упаковка, 1000 озер, свежесть раннего утра, сыр сливочный, Экотест Плюс. В нарезке. Изготовлено под контролем в Финляндии. Ну и тут ссылки. Можете с нами дружить в Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакт. 1000 озер везде. ODER. И 1000 перед ним. Типа открывается, открепляется, открывается, достается, и вообще такой хороший пакетик. Вот такая штука. Вполне себе вкусный сыр. Взяла уже это, чисто так это. Ну, думаю, сыр есть, но что-то увидела, думаю, а что бы не взять. А он вкусный. Тут картоночка. Тут вот пакетичек, можете что-нибудь положить. И будет вам счастье. А можете положить и потом снести и выкинуть туда, где это все перерабатывается, изготовленное из натурального молока. Эгегей. Так, тут у меня пакетик из-под лаваша. То ли я снимала на видосик кусочек этого лаваша, то ли я в Инстаграм закидывала, то ли еще что-то. Короче, у нас, оказывается, продается такой лаваш. Вот я где в другом районе раньше жила и где раньше покупала, мне не попадалось именно такого лаваша. Был просто такая большая простыня, кружочек, рулетик скрученный, а тут 4 овальненьких фиговины. Лаваш армянский, причем от той же фирмы, Акобян. Ну и состав: мука пшеничная, вода питьевая, соль поваренная пищевая. 400 грамм. В общем, хороший такой лаваш. Уж очень вкусные из него чипсы лавашевые вышли, когда их ваяла. Захомячила только так. Так. А, вот это вот своя рыбка форель, слабосоленая филе кусок. Только рыба, соль, а еще кости. 36 часов от вылова до готового продукта из чистых озер Карелии. 200 грамм. Все хорошо, отличная рыбка. Особенно вот если из нее делать рулетик какой-нибудь в лаваше и с творожком. Правда, мне моя тетя сказала, что она делала это не с творожком, а со сливочным маслом. Ну, творожок этот, который рикотта, который как бы сыр, но при этом творожок. Ой, что-то я стол шарахнула. И, короче говоря, в общем, все в ней хорошо, но попадаются кости. Причем, ну, как-то они очень сильно попадаются там, где их не ждешь. И вроде как режешь, не видишь этих костей, но там кости. Если вас не смущает выбирать из готовой еды кости, то хорошо. 270, что ли, она стоила. Плюс в том, что она реально рыба и соль, без всяких ей и прочих непонятных масел. Минус то, что она костлявая. Я даже не знаю, как ей сказать. Вот. Хорошая она, нехорошая. Ну, я бы посомневалась в следующий раз ее брать. Плюс она была куском, я что-то думала, что она в нарезке, она была куском на кожице. Так что там была рыба, кость, соль и кожица. Так, у нас что тут? Сгущенка. Я ее даже окачивала, выливала куда-то. В чай или в кофе. Волоконовский консервный комбинат. Цельное сгущенное молоко с сахаром. Продавалось оно в фикс-прайсе по 55, кажется, рублей пол-литра. Хорошее, я второй раз уже беру, вам советую. Если вы, конечно, не брезгуете фикс-прайсом, но там вот реально можно найти что-то путное. Так, лежать. У меня тут пакетик, просто попутно в нем как бы мусор. Перерабатываемое, попутно то, что я изначально туда положила, чтобы не мешалось на стуле. В общем, вот такое молоко, тоже не уверена, что оно дальше Ярославской области есть.
А нет, это, оказывается, должно быть. Я все время что-то думала, что это Рыбинск делает, а это, оказывается, Рязанская область делает, город Рыбное. Ну, Рыбное, с Рыбинском перепутала слегка. Рыбновский молочный завод, потому, наверное, и перепутала. 900 миллилитров. Любимая в народе народная, 3,2% жирности, питьевое пастеризованное, год 2013 года. Молоко, кстати, тут, по-моему, тоже год 2013 года. Нет, тут год 2012 года. Короче, мне очень оно нравится. Оно бывает в Ашане, в этом, в коробочках на пару рублей дешевле, бывает в бутылочках на пару рублей дороже, бывает 2,5, бывает 3,2, я обычно беру 3,2, ну, стараюсь брать, короче, оно мне нравится. Оно не то, чтобы долго живущее, но вот оно как бы с 10 ноября, допустим, по 20 ноября, 10 дней как бы живет, да? В общем, советую я вам такое молоко. Тут у нас еще есть, чем я вам посоветовал. А, вот этот вот паштетик, уж очень он мне нравится. Бывает еще в другой цвета коробочки, в чем разница, не знаю. Состав там очень нормальный. У меня его раньше покупали бабушки, и я иногда у нее пробовала и поняла, что он, в принципе... Потом я уже поняла, что он мне нравится. Это у нас сделано в России паштет мясной из печени деревенский. Изготовитель АО «Новая столица». Оно же Егорьевская фабрика колбасная гастрономическая имени Кю Афанасьева. Егорьевская как раз там, где эта гринмама, в принципе, изначально делалась. Может быть, частично она уже не там делается. Так, колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов. Срок годности 20 суток. Состав, вот дальше, слушайте, вообще состав шикарный. Я его брала что-то по скидке в Дикси, в солнечном, ну, ближе к часовому, короче. Дикси или пятерка, там, ХЗ. В Дикси, наверное, на часовом, который рядом с фикс-прайсом, вот. Даже не у третьей школы, как я думала, не у гостиницы Углич. Короче, состав. Печень говяжья, свинина, бульон в скобочках, вода, мясной навар. Морковь сушеная, лук сушеный, соль, сливки сухие, сахар, песок, перец черный. Все. 150 грамм. Мне он очень нравится, как тоже. Он у меня иногда мордой в миску, в тарелку, точнее, лезет, а иногда я ему просто даю. Конечно, моя бы родня не одобрила такого, что вот такой паштет, коту даешь. Но я ему давала там на ложечке, ложечку чайную, столовую ложечку. Оставила в мисочке, думала, вылежит, не вылежит. Так, молоко, которое я периодически беру и которого вот недавно тут не было в магните. Молоко. Торговый дом «Сметанин», молоко 2,5%. Изготовлено из нормализованного по содержанию жира молока. Молоко питьевое, пастеризованное, 900 мл. После вскрытия 24 часа хранится. На самом деле оно у меня чуть больше хранится, но стабильно раньше, чем нужно, умирает, и не успеваю его как-то проследить. Иногда оно умирает, и я из него, ну как бы, там такой типа кефир, его можно как-то своять эти какие-нибудь блины. Или, допустим, коту скормить, потому что он почему-то любит такое полукислое молоко. Иногда оно такое вот скиснется, и ощущение, что там вообще какой-то трындец. Ну и приходится выливать, потому что от него не то, чтобы даже не рискую его пробовать на вкус. Оно вонять начинает, непонятно чем. В общем, молоко 2,5 жирности. Кто это у нас вообще делает-то? Иваново. В магните оно бывает, вот в нашем исключении, честно, если так вот, я покупала, где 30, то 35 рублей, то 37 рублей, как-то так. Не знаю, с чем связано, в общем. Ну, когда... Нет возможности купить долгоиграющее молоко, а хочется молока, и при этом не переплачивать, то я покупаю вот это вот. В принципе, вам тоже советую. Так, тут у нас еще пинки есть. Что надо было обозреть? А, у меня тут есть эти сливки, которые я в кофе добавляла, но потом забыла. Ну, у меня бывает такое, я вроде как пью-пью кофе со сливками. Или кофе вообще с молоком, а потом оно мне не допилось кофе и не влезло, и в итоге на третий день, хоть и было в холодильнике, откинуло коньки. Я пока это уберу сюда. Это сюда. У меня еще одна вроде сгущенка закончилась, ну почти закончилась, но она еще в холодильнике стоит на дверце, значит там еще чуть-чуть осталось, я потом еще как-нибудь обложу. Но она тоже и с фиксой, тоже, кстати, довольно достойная сгущенка, хочу сказать. В общем, вот это... Авида сливки, мы делаем нежные сливки только из лучшего молока, 20%, 200 мл. Покупала в Атаке, пардон, в Ашане,
Не помню почем, вроде что-то около 36 рублей, они якобы по скидке шли, не знаю, скидка ли это реальная была, или такая цена у них на самом деле, потому что очень часто в Ашане там эти цены, желтые ценники, которые он глянет, что, когда он белый ценник, он точно такой же, как желтый, и иногда белый ценник еще меньше, чем желтый ценник, короче, добавляла я в кофе, слушайте, кофе со сливками, такая прелесть, я... причем намного лучше, чем кофе со сливками 10%, 20%, вообще шикарная. Ну, главное не переборщить, потому что иначе вот, ну, вот оно у меня вылилось. Точнее, да, вот вылило в итоге я в раковину, потому что оно откинуло коньки. Ну, когда у меня продукт портится, а какой-нибудь человек мне делал пакость, а я его другом считала, я всегда считаю или мысленно говорю, или вслух. Ведьма Люля! Дмитрий, да, в ваших снах. По-моему, у меня такое в Аскофеле было написано в информашке о себе. Я счастливолетника его вредила. Когда еще там не было всяких малолеток, которые задают тупые анонимные вопросы. Короче говоря, я представляю, как если это я не вылила или не испортился продукт, а как бы это кто-то из этих таких типа друзей выпил. Ну, не знаю, верно или нет, и вообще это все самовнушение. Но вдруг кое-кого пронесло в ближайшие 2-3 дня. В общем, отличные сливки. Потом куплю еще. Может быть, даже если у них побольше форматика, не 20 мл, ну, не 200 мл, допустим, пол-литра, те же 20%, я купила бы вот чисто вот в кофе добавлять, в чай добавлять, как-то так. Взбивать я их не пробовала, потому что не успела, они закончились раньше. В общем, кажется, и все, вроде все мои эти пустые баночки еды, из того, что съедобно, не съедобно, ну, вроде все съедобно, вот только рыба с костями была. У меня просто к костям какая-то такая не очень хорошая любовь. Не любовь совершенно. Так что, в принципе, в этот раз все съедобно. Всем спасибо за просмотр и всем вкусных продуктов. Пока!